Всем привет! Сегодня у нас с вами будет распаковка видео, и как вы можете заметить, это у меня будет посылка из Faberlic. Это мне курьер привез на дом только что, так что давайте вместе распаковывать и смотреть, что я заказала. Итак, вот что у нас было внутри. Ну, во-первых, каталог. Кстати, это я заказывала по первому каталогу, который был в январе. Это у меня второй каталог. Ну, посмотрим, полистаем. Пакетик. И, разумеется, заказала много всего для Саши, для дома. Вот. Что я здесь заказала? Во-первых, я заказала два прозрачных геля из вот этой вот линейки Ice Effect, а также заказала кислородный бальзам после бритья, это Сашиному папе, вот, так что, как я уже говорила много раз, что вот эти вот бальзамчики, точнее гели для бритья очень хорошие, они также и для умывания служат, но у меня Саша пользуется только как гелем для бритья. Отличные гели, цена, качество на высоте. По поводу этого бальзамчика потом вам расскажу обязательно. Дальше, что я заказала, это были две зубные пасты. Одна паста зубная концентрированная, которая мне очень понравилась, я ей уже пользуюсь очень давно. А вторая концентрированная отбеливающая зубная паста. Вот эту я очень хотела заказать, но ее все не было в наличии, поэтому обязательно буду пользоваться. Кстати, концентрированная действительно очень надолго хватает, она хорошо очищает зубки, а также немножечко отбеливает. Ну, от зубного камня она не защищает, но как зубная паста отлично справляется. И тем более качество и цена тоже хорошая. Дальше давайте распакуем вот эту вот миниатюрку. Это я заказала миниатюрку моющего средства с экстрактом малины, потому что полноразмерной версии не было. Давайте я как раз вам покажу. Здесь есть у меня два концентрированных полноразмерных геля. В общем, с малинкой я люблю больше всего, очень приятный аромат. И этими гелями вы можете даже смело мыть детские бутылочки, детскую посуду, потому что действительно очень хорошо очищает, и плюс это натуральные средства, и вы можете не бояться мыть детскую посуду этими средствами. Плюс она очень концентрирована, и вот такого вот большого флакона хватает на 4 раза. Я развожу это все в флакончике, также от Faberlic, и там есть шкала делений, и вы можете увидеть, сколько нужно добавлять воды, сколько нужно добавлять средства. Это у меня с малинкой. С малинкой самое лучшее. И давайте два вот этих распакую. И вот это у нас также два средства. Это одно средство концентрированное, вот это зелененькое с экстрактом шалфея, но оно пахнет как цитрус, то есть можно считать, что это как раз таки цитрусовое средство. А вот эта новинка, это яблочное средство, в общем, попробуем тоже, надеюсь, мне понравится, потому что малинка, как я уже сказала, пока что у меня фаворит, и лучше него по аромату я пока что еще не нашла. Также еще один гель для бритья заказала для Саши, это новинка из серии «Восьмой элемент». В общем, не знаю даже, как он пахнет. Давайте сейчас понюхаем. Ну, в принципе, аромат тоже приятный, как и у других гелей. Но, опять-таки, в пустых баночках я вам потом об этом все расскажу. И давайте последний продукт сейчас распакуем. Это также новинка, буквально недавно вышла. Это у меня увлажняющая крем-пена для ванны с кокосовым молочком и молочными протеинами. Я очень хотела попробовать именно пенку, потому что гелей у меня для душа сейчас очень много, а вот пенок у меня как раз-таки очень мало, и она заканчивается. Так что буду опять-таки пробовать, пользоваться. Аромат, кстати, у этого средства как у Рафаэлла, так что, девчонки, обязательно присмотритесь, кто очень любит Рафаэллу, я думаю, вы точно не останетесь равнодушными к этому средству. Но, опять-таки, я думаю, скорее всего, в Инстаграме я вам в ближайшее время дам знать, насколько крутая или же нет эта пенка. Так что, как вы видите, это были все мои покупки в Faberlic. Я, если честно, не знаю, стоит ли снимать отдельное видео на эти продукты. Если вам будет интересно, то пишите мне в комментариях, тогда я сниму отдельное видео о покупках из вот этого каталога.
каталогу первого Фаберлика. Если нет, то ждите обязательно моего мнения в пустых баночках или же в Инстаграме. Кстати, кто еще не является моим постоянным зрителем, то вы сейчас можете исправить ситуацию и подписаться на мой канал, нажав на красную кнопочку внизу. А также не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте и обязательно заходите и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Там под хэштегом Свити отзыв вы найдете очень много интересных отзывов на косметические продукты, на уходовую и декоративную косметику. Ну а с вами была Маша, всех люблю и целую, до встречи в новых видео, пока-пока!